Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас ушки по-корейски, жареный картофанчик, пиццулечка традиционная, помидорки, колбаска, сыр и грибочки соленые. Всем приятного аппетита! Давайте начнем. Свиные ушки. Жена готовила. Мелко порезала их. Тушила с чем-то там. С луком, без лука. Ну, короче, это секретный рецепт. Перчика немножко добавила. Но называется ушки по-корейски. Очень вкусно, ребята. Дешево. И очень вкусно. И не вредно. Никакого холестерина. Грибочки, коровники. Кстати, кто, ребята, не пробовал, обязательно попробуйте. Я люблю эти грибы. Лучше огонь. По сравнению с груздями, конечно, они и чистятся намного проще. Ну и вкусненькие. Мне нравятся. Пицца. Сегодня у нас чаёк. Давайте. Ваше здоровье. С сахаром. Большой хрящ попался. Ушная перепонка, походу.
домашние помидорки. Ну, такие, конечно, не акти. Бычье сердце. Или как-то по-другому называется. Ну, короче, помидор, он в Африке помидор. Пицца большая. Грибочки тема. Мне многие пишут: почему ты такой большой и никогда не доедаешь свой мукбанг? Ну, не знаю. У меня такой аппетит. У меня как бы хороший аппетит. В здоровом теле, в здоровом духе. Я не пытаюсь обжираться. Я кушаю всегда в пределах разумного. Вы в курсе, ребята, что переедать – это вредно для здоровья? Надо кушать в меру. Желательно всегда выходить из стола с легким чувством голода. Будет легко перевариваться пища. Пиццу давно не ел. Жена настряпала. Ну, тесто, конечно, сама не ставила, потому что ребенок маленький. Когда? Покупное, кстати, тесто. Ну, где тут не поправишься? Ой, ребятки, извиняюсь. Так все вкусно, смачно, сочно, жирненько, самое главное. Вай.
Ой, все, баста. Уже вот здесь стоит. Ну, покушали хорошо. Спасибо, ребята, кто смотрел. Не забывайте подписываться. Жмите колокольчик. Давайте. Всем пока.